запомним этот Новый год. Навсегда останется он с нами. Собрались родные за большим столом, и горят рождественские свечи. Все свои заботы мы оставим на потом. Мы так долго ждали этой встречи. С Новым годом, Ижевск! С Новым годом, страна! Зажигай и встречай красиво! С Новым годом мы спешим поздравить всех.
наш любимый Дед Мороз. Никого он не забудет, привезет подарков воз. Со Снегурочкой вместе заведем хоровод. Закружимся под елкой, здравствуй, Новый год! Новогоднюю сказку про Машу и Витю, про их приключения смотрим все без исключения. А мальчишку не знает уже. Не бывает больших чудес на свете. В эти сказки я не верю, сказка ваша только
крепче друг за друга. Вам, друзья, держаться. Детство сказки я не верю. А Снегурка где за дверью? Помочь немного, придержись совета. Коль в пути придется туго, надо не теряться, а покрепче друг за друга. Вам, друзья, держаться. Ну что, пойдем Снегурочке помогать? Да! Маша, ты Снегурочку спасешь? Я Снегурочку спасу и Кощея проведу. Маше в сказке помогу, я сделать многое смогу. Пойдем, помогу. Отправляемся. Все.
Однако, и что тут? Хорошо ли это вот сюда? Не жалко вас, Луна. Оно ж дорогое сейчас. Поди еще и ореховое. Ну а как Баба Яга без ореховое? Чего ж у тебя Баба Яга износилась-то, избушка-то? Ну, пока живу. Чего ж леша-то не помогает? Ну, наверное, еще. Давай попробуем. Ну что, избушка, повернись к лесу задом к нам передом. Пожалуйста. Вот, видите, ребят, помогли. Наконец-то. Ой, красота-то какая! Ой, спасибо! Thank you.
теперь поможет? Уф, уф, уф. Нам быть в беду и в этой. Мы должны помочь всем, что будем делать. Тем, кто ждет подмоги. Ну, Маша, с Витей думайте, Витя, думай, что делать. Сейчас, наверное, придумаем. Ну, что будем делать? Берем спички камни. Ну, пробуйте. Ой, спасибо вам, ребята, большое. А за вашу помощь угощу я вас пирожками. Держи, Маша, держи, Витя. Маша, и Витя, а я знаю, куда вы идете. Вы идете к Кощею выручать Снегурочку. А в этом вам поможет мой волшебный уголек. Куда он покатится, и вы сразу ступаете за ним. Куда вы мою братинку? Куда не вздумали, ребят? Вот бы не допал, ну, город твой. Почему так мир жесток? Хорошо вы все живете, к воспитателю прижметесь. А я мамочку не знал, папу в детстве потерял. А моя душа цветок, нежный, маленький растут. А вы со мной поиграете? Да. Поиграем, ребята. Подружимся. Вы хотите все, может, он не будет заплакать, и душа у него не такая будет. Давайте. У меня есть вот такой уголек. Не обжег руки-то? Нет. Самое главное, что деньги не обожгли. Мы будем по кругу его передавать друг другу быстро, под музыку. Чтобы руки не обжечь. На ком музыка остановится, тот выходит в центр и танцует. Готовы? Да. Thank you.
из это я вам возвращаю ваш уголек. Маша, светите. Где Маша, светите? Вот я. Держите, он укажет вам дорогу к Кащееву порогу. Саша, путь тот не близок. Будет очень сложно. Желаю вам удачи. Thank you.
куда спешите? Яблонька, а тебе не тяжело? Яблочки твои держать. Яблочки мы не возьмите. Ну, прощай. Маша, извини, давайте поможем. Следуйте за ним. Вперед! Спасибо, яблонька. Ну что, идем дальше? Снегурочку искать, правда? Выходите!
всегда погладили, за ушком поцарапали, перевоспитался кот. Смотрите, что произошло. Вот и добрались мы с вами до замка Кощея. Вот и все. Вы и попались. В гости к нам не собирались? Собирались? Как это не собирались? Не боитесь? Нет! Не дрожите? Что ж тебя Кощей бояться? Бегите! Что ж тебя бояться? У тебя взвиты до раз, два, три. Обчелся? А нас посмотри сколько. Целых 31. Да еще плюс родители, да еще плюс братья и сестры, да еще папы, мамы, бабушки, дедушки, да еще два оператора. Помощники у тебя есть? Да. Где же они у тебя? Помощники мои, выходите. Предатель. Ну что, посмотрим, на что вы способны, свита Кощея. Так не забежала, мы слышали, что ты ее... Что там происходит?
А я с вами перетягиваю канат. Если вы перетянете канат, будете сильнее, чем мы, значит, мы вам отдадим Снегурку. Попробуем? Да! А если не перетянете, значит, Снегурка наша. Согласны? Да. Мы согласны, но все равно наша возьмет. Почему? Добро всегда. Потому что добро всегда побеждает. Да, не всегда. Ну, давай попробуем. Ребята, меньше стало, поймите. Отпустите канат, отпустите, дерните его сюда немножко, а то вы и меня утащили уже. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три! Пойдемте в другой спать.
дорогу мы нашли назад с твоими подружками и снежинками. Но кого-то у нас на празднике не хватает. Кто с большим мешком приходит каждый год? Будем звать Деда Мороза. Да! 3-4. Мама, папа попросим еще, да? Помогите нам! Помогите нам! Папа, помогите нам! Через речки, через море, по лесу, по горам. Ой, дедушка, устал, наверное. Устал, да? Очень сильно. А мы вот кучку твою спасали от Кощея. И уже спасли. От Кощея бессмертного дерева. И вы победили. Победили. Какие вы все молодцы. Только елочка про вас почему-то не горит. Ребят, почему у нас елочка не горит? Кто огоньки забрал у нас? Кто огоньки забрал? Нечисть огоньки забрала у нас. Может, дедушка, поколдуешь, смотришь? Поколду своим посохом. Наши уже... Может, мы все вместе зажгем? Погромко-громко. Покричим? Да! Что кричать-то нужно, дедушка? Елочка горит! Давайте, раз, два, три! Видно, кто-то не кричал, видно, кто-то промолчал. Наверное... Может быть. Ну давайте все вместе с родителями. Раз, два, три! Сколько сегодня волшебства, правда, ребята? Дедушка Мороз, я думаю, по традиции. Мы же Снегурочку спасли. Спасли. Поиграть надо бы. Конечно. Веселые игры. Будем с Дедом Морозом играть. Да. Остановитесь все вокруг. Может, дедушка паровоз сначала проводит? Давайте. Давайте паровоз. Как проводится? Да. Будем сейчас попробовать передавать посох.
у кого останавливается, там будем говорить, чтоб замораживали друг друга. В общем, дедушка скажет, Заморозьтесь вы локтями. Локтями заморозились друг другу. Друг другу привязать, давай. Стройная, пушистая, ёлка зимы,
стоят бабики с крючками, бабушки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, пенечки. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. Звездочки, да? Звездочки.
Мальчики, девочкам уступать нужно. Спасибо, Господи.